Понятно, Булюк, таможня. Филина. Булюк у нас уже не таможня, а заступник головы у Белорадии. Я знаю, я знаю, я всех знаю. Присаживайтесь, что вы слушаете. У меня бочка на выдание. Я сейчас документы вам дам в начале. Ну, распоряжение областной, областной рады на сегодняшний момент, как бы, она зарегистрирована в Минюсте. Мы сейчас с вами все поговорим. Присядьте, потому что вы так скрипите, отдыхаете бумажки, как бы я же не спрятал. Я его прошу. Аккуратненько. Это наш юрист, способ безопасности. Филия Чернобаевская, Патер Холден, Новоград. Он громадянин України, може обращаться по любому поводу, куда хочет. Согласен. Ну так, суть вопроса. Суть вопроса в том, что город Херсон уже большое количество времени страдает от неприятных запахов. Мы так пришли к выводу, что неприятные запахи от того, что фекалии, которые образуются на вашем предприятии. У нас не образуются фекалии, он сразу. Ну, хорошо. Выше колок, вы должны знать, что у нас не фекалии. Куриный посвин, да. Да. Вот. Он развозится по всем полям без, как говорится, необходимого на то обработки. А какая необходима обработка? Ну, в этой комиссии, вы сами видите, есть представители Держ. Можно не снимать, пожалуйста? Вот. Нет, нельзя не снимать. И поэтому мы хотели совместить, как говорится. Подождите, а журналисты есть в составе комиссии? Нет. Это не журналисты. Это представители Белради. Нет, журналісти по закону України можуть приймати участь в составі будь-якої комісії, заходити на підприємство. Херсонщина задіяна. Ви ж знімаєте мене як фізлицо. Я не хочу, щоб я знімав. Вже перевірка ще не почалася. Я вас знімаю як фізлицо. Я вас прошу, тому що я буду вимушений визвати поліцію. Визивайте. От я же том. Попросите, будь ласка, журналіста виключити телефон для початку. Ну, а я как... Ну, это же с вами приехала группа. Я прошу, пожалуйста, если вы хотите услышать от меня комментарии, чтобы я вам показал документы, я вас прошу, пожалуйста, пока вы включите камеру, потом я дам интервью любому изданию, всему остальному. Давайте разберемся на сегодняшний момент на основании законности вашего пребывания здесь, а потом будем как бы разговаривать. Потому что как бы я не заказывал журналистов, не собирался давать интервью. Журналистам не заказывают, они сами приезжают. Я вас прошу. Давайте сейчас... Давайте мы решим проблему. Законность, пожалуйста.